вот и сам монастырь с Воспреженск. Отцы, братья и сестры, сейчас мы с вами находимся на месте погребения российского посла Ерофея Заболоцкого со своей дружиной. Сразу можно прочитать плиту, значит, находящуюся на часовне. Здесь погребено в сопутствии монгольских послов, шедшего с мирными предложениями хану Сецену и вероломности вместе убиенного монголами. Ну, можно сказать, история 1648 Сецену. Вот. Историки и современники называют его, значит, мудрым правителем. Вот. Он, значит, ну, как бы, желая народу, решил обезопасить, можно сказать, свой народ от набегов. Он решил заключить, значит, союзение с нашим царем, тогда, значит, Алексеем Михайловичем Романовым. Вот. И отправил свое посольство в Москву. Во главе посольства поставил своего сподвижника Седека. Вот, ну, добирались и недолго оттуда, около 2 лет. Вот, ну, когда добрались, встретились с царем, рассказали, значит, всю ситуацию. Царь отправил, значит, с ними ответное сюда посольство, которое возглавил, значит, царский посол Ерофей Заболоцкий. Значит, с дружиной они вместе с монгольскими послами поехали обратно в эти края. То есть, ну, раньше не было транспорта, знаете же, все, наверное, в основном ездили на конях, либо по воде. Ну, и добирались очень долго, тоже около 2 лет обратно. Когда пришли, то все его последователи, то есть, ну, люди, которые унаследовали от него власть, то есть там его дядя, еще какие-то люди, они уже не хотели с русскими никаких дел иметь. Вот, значит, и, конечно, никакого уже речи быть не могло. Поэтому, когда судно, значит, с послами причалило к берегу, ну, надо учесть, что там и их не были послы, то есть монгольские, наши, российские, вот. Но они выскочили из леса, по-варварски поступили, выскочили из леса, значит, и напали на сошедшую группу, значит, послов, на сошедшую надею. Вот. Напали и убили. Вероломно убили, значит, бросили тела прямо здесь, потом пытались захватить судно, где осталось, значит, там, ну, оставшаяся группа. Вот. Но у них там оказалось огнестрельное оружие, им удалось от них отбиться. Вот. Отбиться и уплыть, значит, куда? Ну, Байкал. Где-то около 2 недель они дрейфовали в водах Байкала, потом все-таки, ну, видимо, запасы пищи, наверное, у них там кончились. Ну, они сошли на берег, монголы, видимо, уже поутихли там, они пришли к ним в селение, те стали, конечно, оправдываться, говорить, вот, значит, мы не знали, мы, значит, думали, что тут кто-то приплыл на нас нападать, вот, целенаправленно убили посла. Вот. Почти 10 недель они у них находились в так называемых гостях, вот. Ну, в этих гостях им приходилось голодать. Вот. За все платить, за еду и за, вообще за все, за пребывание там, значит, у них в гостях, этих так называемых. Конец обнищавшие, сголодавшие, они все-таки решились отправлять, ну, отправиться домой, обратно к царю. Вот. Ну, пошли, ну, опять же, очень долго добирались. Когда пришли, рассказали обо всем царю. Царь, как истинно православный христианин, не стал, как бы, каких-то ответных действий проводить, хотя мог бы, конечно, тут, значит, всех смести с лица земли, все их не здесь поселение это, вот, но такого ничего делать не стал. Он сюда отправил, значит, отряд, миротворческий отряд во главе Петра Бекетова. Вот. А с ним было около 300 человек казаков. То есть у них было предписание, указ царя, значит, всему мирному люду помогать и защищать. Вот.
Сюда, когда они пришли, значит, поставили несколько здесь исп, значит, чтобы жить. И вот на данном месте, вот на этом, где сейчас стоит каменная часовня, поставили небольшую деревянную часовенку в честь святителя Николая Чудотворца. Ну, конечно, благоустроили могилы, как могли, значит. Ну, долго здесь они не задержались, они пошли дальше, на Дальний Восток. То есть и по пути основали такие города, как Верхнеудинск, это нынешний Улан-Удэ, и Чита. Что дальше? Через 30 лет после убиения послов из Москвы сюда была отправлена, ну, вернее, указом из Москвы сюда была отправлена духовная миссия во главе игумена Феодосия. Вот, братья. Игумен Феодосий, иеромонах Макарий и еще несколько монахов были сюда отправлены для проповеди православной веры языческим племенам. Они сюда пришли, здесь часовенка была уже, могилы, несколько домов. Они здесь первое время не задержались, они пошли дальше, вот, в Троицкий Селенгинский монастырь, и через год буквально вернулись сюда, и уже здесь, значит, вот начали возрождать, не возрождать, а как созидать монашескую жизнь. То есть с того момента, можно сказать, в 1681 году это было, начало свое основание, взяло свое основание наш посольский монастырь. То есть местность они пришли, назвали посольском в честь убиенного посла. Вот. И монастырь изначально назывался посольским. Они, значит, часовню эту, которая здесь была, Николая Чудотворца, к ней пристроили алтарь, чтобы можно было служить и службу, значит, вот, и уже осветили этот уже новый храм в честь иконы Божией Матери Знамени. Вот, наш первый предел, и сейчас у нас служба проходила, тоже освящен в честь, значит, иконы Божией Матери Знамени. Ну что дальше? Дальше гонения коммунистические, ну, в смысле, промежуток такой, что, ну, я вам дальше там расскажу, просто сейчас здесь вот. Мы когда сюда пришли, в 2000 году, здесь ничего не было. То есть после коммунистов, конечно, ничего не осталось. Единственный разрушенный храм, почти наполовину, верхний этаж, и было все предано закрыто. Была вот голая трава, вот таких постройки сейчас здесь видите, вообще ничего не было. Ну, впервые у нас. Вот, вообще, вот, представьте, это одна голая земля, и разрушен главный самолет, и больше ничего не было. Сразу же пригласили ведущих археологов, щиты, с Бурятии, значит, и в течение 3 лет велись тут археологические такие раскопки, за время которых удалось, значит, восстановить карты местонахождения всех каменных монастырских построек здесь, бывших до революции. Вот. Никак не могли найти вот сами могилы послов. Значит, вот к концу 3-го года, Божьей милостью, все-таки удалось их найти. То есть нашли 2 могилы. Одна была большая, другая поменьше. В большой могиле было 5 гробов. Сделаны обычно из сосновых досок, значит, и скреплены на ласточный хвост. То есть раньше гвоздика не было сильно. И во второй могиле было 2 гроба. Один побольше, один поменьше. Они уже были сделаны из лиственницы, вот, и были, значит, сколочены накованные металлические гвозди, ну, выполнены очень качественно, как бы. Вот, несмотря что прошло 300 лет, даже больше, да, вот, все гробы оказались в хорошем состоянии. Вот. Но мы, конечно, вскрывать их не стали, это грех такой. Но, тем не менее, экспертиза такая вот она, поверхностная вся, определила, что вот именно вот в 2 этих гробах находился сам царский Ерофей, посол Ерофей Заболоцкий и его, значит, 14-летний сын Кирилл, который был также, значит, вот с ним в этой экспедиции. Вот. В остальных же 5 гробах были остальные участники группы, ну, простые казаки. Вот. На сегодняшний день они все, значит, покоятся здесь. Вот, существует благословение нашего правящего архиерея, значит, о сборе материалов для подачи в отдел, значит, канонизации православной церкви по, значит, прославлению языка святых Ерофея Заболоцкого. Потому что многие люди, значит, по своим молитвам, по своим просьбам на этом месте вот именно
получали какую-то помощь, даже были исцеления и различные происходили чудеса. Раз Бог нужен. Озеро Байкал со стороны Посольского монастыря. Прекрасный закат. Ветер почти стих. Очень просторные трапезные. Мы в гостях сегодня в Посольском Спасо-Преображенском мужском монастыре и беседуем с наместником монастыря игуменом Николаем. Батюшка, расскажите нам немножко о вашем монастыре, о тех проблемах, которые у вас существуют, как вы живете, как вы молитесь, и немножко о истории вашего храма. Батюшка Владимир, я хотел бы в первую очередь, конечно, поблагодарить вас, что вы приехали к нам, посетили нашу обитель. Это очень такая хорошая, благочестивая традиция, когда паломники приезжают в монастырь для того, чтобы помолиться, очиститься, позаботиться о своей бессмертной душе. И действительно, эта обитель, она в течение многих лет просвещала Забайкальский край. И многие историки, бурятские краеведы, называют наш монастырь Забайкальскими Афинами. И действительно, когда узнаешь эту историю удивительную, полную серьезных очень таких событий, и первое, конечно, событие – это убийство посла, оно промыслительно, конечно, прошло, и потом вот на крови этого праведного человека монахи основали монастырь, и причем основали его не просто, а первым делом они здесь создали школу, куда набрали мальчиков-бурят из окрестных племен. И вот, значит, когда приезжала комиссия синодальная, то в протоколе встречается такая строка, что самый неспособный из учеников школы посольского монастыря знает 6 иностранных языков. Заметьте, самый неспособный. Это высокий уровень. Да, это очень высокий уровень. И меня заинтересовало, почему же неспособный знает 6 иностранных языков. К нам ведь приезжают студенты МГИМО, и я спросил их, а сколько сейчас в вашем вот университете знают самое большое языков студент? Говорят, 5, и то не очень хорошо. 5 языков. Я говорю, а как же так, какой-то посольский монастырь, тут, значит, далеко, почти на краю света, и самый неспособный 6. И один из студентов меня просветил, говорит, в то время, значит, были открыты школы универсальных толмачей.
И универсальный толмач на Руси знал 12 языков. Представляете, 12 языков. То есть такой человек мог, значит, в любом, в любой точке земного шара общаться. То есть один из 12 языков там в ходу. И я говорю, а как же так, почему в посольском монастыре? Опять же, этот студент, он приезжал к нам на конференцию, говорит, батюшка, у вас свое время, здесь было свое МГИМО. То есть, представляете, какой уровень высокий был. И все посольские миссии, которые уходили в Монголию или Китай, они возглавлялись наместниками этого монастыря, игуменами, архимандритами. И игумен Феодосий, очень такая знаменательная личность, который в свое время построил Санаксарский монастырь, потом же был отправлен во главе даурской духовной миссии сюда, создал здесь, получается, посольский монастырь, восстановил Троицкий. И вот это такая знаменательная личность, очень много он сделал для православной церкви и вообще для России. Однако фамилия его, представляете, неизвестна. Вот игумен Феодосий, даже получается, настоящего имени никто не знает. И вот почему-то этот человек был всегда связан с посольской миссией. То есть, когда он строил Санаксарский монастырь, рядом с Санаксарским монастырем проходил посольский тракт. Когда он, значит, на месте убиения посла построил монастырь, значит, здесь же проходил Великий Чайный путь. То есть, видимо, этот человек был очень образованный, грамотный, и поэтому, создавая монастыри вот с таким миссионерским планом, он глядел в будущее. И вот не так давно у нас прошла конференция по стопам даурской духовной миссии. И вот где прошла эта духовная миссия, где она посадила свои семена, есть всходы. И вот один из этих всходов вы видите здесь. Несмотря на то, что 75 лет безбожия, разрушение церквей, уничтожение священнослужителей, однако все равно обитель она воспряла из праха. Когда мы сюда пришли в 2000 году, здесь была разруха, одни руины. И я вот сам лично полгода, наверное, унывал и плакал, и думал, что же мы здесь делаем, никто не молится, как вот здесь восстановить все это, эти руины. Они, конечно, меня угнетали, но несмотря на то, что здесь действительно были одни руины, люди интересовались, заезжали, спрашивали, как и что здесь. То есть история их интересовала. А потом появился человек, меценат, который не только помогает нам, значит, какими-то средствами, он частичку души своей вкладывает. И в свое время, значит, у посольского монастыря был меценат Григорий Афанасьевич Осколков, который, значит, сопровождал караваны в Монголию, Китай и обратно. И вот этот меценат, он тоже частичку души своей вкладывал сюда. Он же попросил у царя разрешение, чтобы... Дело в том, что когда строили этот собор, 1771 год, начало строительства, очень была большая проблема, потому что в это время строился град на Неве. И почти все, значит, мастера каменного и деревянного зодчества находились там. И чтобы отправить сюда зодчего, необходимо было личное распоряжение царя. И вот Григорий Афанасьевич Осколков, он и спросил такое разрешение, и зодчий был сюда отправлен. Собор построили очень быстро. 1771 год начали, 1778 год уже окончили. Для того времени это вообще колоссально быстро. Да. Однако почему быстро? Потому что все здесь было заготовлено для этого, начиная от извести, кирпича, глины и оканчивая богослужебными сосудами и книгами. Все было. Но строить не могли. Заранее начать. Все было. Да. Они уже все приготовили. Просто некому было построить. Пришел зодчий, и за 7 лет храм был воздвигнут. Ну, во время лихолетия был разрушен. Значит, когда мы сюда пришли, мы его стали восстанавливать с 2002 года. А в 2008 только закончили реставрацию. Не строительство, а реставрацию. То есть почти мы его столько же реставрировали, сколько он строился в свое время. Но теперь он сияет былой красотой. Сильно красив. Да, храм сибирской ветви русского барокко. Конечно, еще нужного благолепия мы не достигли, но я думаю, в скором будущем он засияет действительно былой красотой. Второй этаж его будет расписан. Значит. Жемчужина Байкала. Да. Когда нас посетил, значит, патриарх Кирилл, ну тогда он еще был в сане митрополита в 2004 году, он назвал посольский монастырь жемчужин, православной жемчужиной на берегу Байкала. И вот в одно время, значит, одна из итальянских маркиз собрала, значит, 9, 10 частичек мощей святых угодников.
И когда она собрала 10 частичек, она обратилась к патриарху с таким вопросом, что вот у меня есть 10 частичек мощей святых угодников, и я вообще вот эти мощи хочу пожертвовать в один из сибирских монастырей. И говорят, патриарх, не задумываясь, сказал, посольский. Вот. Был у нас, и значит, вот такая великая духовная польза от этого. Когда мы сегодня прилагались к этим всем мощевикам, меня просто как раз интересовало, откуда такое богатство у вас? Да, оказывается, это итальянские наши друзья, значит, благословение патриарха привезли нам в прошлом году вот эти вот действительно духовные богатства. Ну и вообще в монастыре у нас, получается, есть частичка животворящего креста Господня, значит, частичка мощей святителя Иоанна Златоустого, частичка мощей святителя Николая Мирликийского чудотворца, получается, частичка мощей Дмитрия Ростовского, Василия Великого, Георгия Победоносца, Иоанна Крестителя. То есть святынь у нас, конечно, сейчас уже... Великие святыни. Да, и святыни такие великие. Вот частичка мощей святителя Иоанна Златоустого и частичка животворящего креста появилась следующим образом. Значит, в 2001 году мы уже собирались служить с отцом Алексеем. Тогда я был наместником иеромонахом, а отец Алексей был иеродиаконом. И вот мы облачились во все священнические одежды, зазвонили колокола, ну, буквально там 10 минут до начала службы. Заходят люди и спрашивают, вам иконы нужны старинные? Мы говорим, конечно, нужны, откуда они у вас? Да, говорит, мы вот родительский дом приехали, там перебирали и в сарае нашли много икон. Как-то жалко, что они там вот в пыли лежат, как-то неблаговейно. И вот мы решили вам их отдать. Ну, там действительно много икон было. И среди них такая небольшая иконка, и в этой иконочке три мощевика. Я беру иконку, читаю. А значит, частичка животворящего древа Господня, частичка мощей святителя Иоанна Златоустого и камни, значит, с места с Голгофы и с места погребения. С Голгофы, ну или смухли, камушки маленькие. Я думаю, ух, ничего себе. А отец Алексей мне потом говорит, батюшка, представляешь, колокола звонят, мы в облачении, это как архиерея встречали. Получается, что святитель Иоанн пришел в Златоусты и принес нам эту частичку мощей. Ну, вот такое чудесное событие произошло. Ну, потом мы эту иконочку, значит, перевернули, а на обратной стороне написано. Сия икона написана на святой горе Афон, там же вложены вот эти вот частицы, значит, и... А кому стерлось? Кому неизвестно, как бы там стерлась эта надпись. Ну и вот, и мы, конечно, были очень радостны, владыка... Это чудо. Владыка, святитель, значит, Читинский и Забайкальский, Евстафий, он, значит, благословил нас вырезать крест. Мы этот крест вырезали, туда частичку поместили. А значит, ну, выносится она два раза в год на крестопоклонной неделе Великий пост и на воздвижение креста Господня. Два раза в год мы выносим для поклонения. А святителя Иоанна Златоустого написали икону, и она каждый день доступна для молящихся. То есть любой может прийти и приложиться вот к мощевику, где заключена частичка святителя. Действительно, мы тогда это как чудо увидели и восприняли как чудо. И ну, как-то и вдохновение было для братьев, что такая святыня к нам пришла. Конечно, удивительно. Воистину чудеса. Воистину. Ну что, Николай, мы от всей души благодарим вас за радушие, за прием, за интересный рассказ. Ну и будем надеяться, что это наша встреча не последняя. Будем периодически все-таки к вам приезжать, потому что монастырь – это монастырь. Приходской храм – это вот одна ступенька, а монастырь, где возносится постоянная молитва, это уже намного-намного выше. Спасибо вас, Господи. Батюшка, спасибо, Господи, я тоже очень еще раз благодарю вас, что вы приехали. Хочу вам рассказать о нашей святыне. Вот у нас святыня, икона святителя Николая Мирликийского. По-другому называется Никола Можайский. Можайский. То есть Можайск – это город недалеко от Подмосковья, вообще Подмосковье. Там было такое событие, когда, значит, монголы, татаро-монголы напали, ну, пытались напасть на Москву. Вот. И вот именно вот в Подмосковье они подходили уже к Можайску, к этому. И там
было явление святителя Николая. Вот видите, у него в одной руке, значит, меч, да, в другой руке храм. Вот в таком образе он предстал перед монголами. Предстал перед ними, они пришли в страх, вот, начали побивать друг друга и в конце концов обратились в бегство. Вот. То есть, ну, нападение было у них как бы отложено. Ну, потом, конечно, все равно они напали. Вот. Но именно сам факт, значит, заступничество святителя Николая, вот именно в Можайске, был. Вот. Вот именно про эту историю мне очень... Вообще, она, значит, находилась до революции в одной семье, в одной верующей православной семье. Вот. Ну, когда начались гонения на церковь, стали расстреливать священников, людей, значит, за исповедание веры, попирать святыни, сжигали иконы, ломали, значит, вот. Люди, конечно, эти испугались, что и эта икона, значит, тоже может предаться поруганию. Вот. Что они сделали? Они решили ее спрятать, значит. Ну, сильно ты ее же не спрячешь, она вот видите, какая большая, да? Вот. Что они сделали? Они, значит, святителя Николая, значит, одели как Деда Мороза. Вот, одели как Деда Мороза его, и вот он очень долгое время, серьезно, вот я вам говорю, серьезно, простоял, ну, как бы, можно сказать, до того момента, пока, ну, обстановка не разрядилась, и можно было спокойно исповедовать свою веру. Свято-Троицкий Селенгинский. Свято-Троицкий Селенгинский монастырь. Почему называется Свято-Троицкий Селенгинский? Потому что он стоит на реке Селенга. Ну а основан был в честь Святой Троицы, поэтому так называется. Дата основания его 1681 год. 1681 год. Ну так примерно сравнить, да? Но вот не так давно, буквально в прошлом году, проходила научная конференция. Это у нас была одна из версий, что монастырь был основан более, ну, ранней, датировка была более ранней основной. И она у нас подтвердилась. То есть где-то сейчас мы его сместили, ну, на лет на 100 вглубь. То есть это не получается не конец 17, а конец 16-16. То есть получается где-то 1580 какой-то год. Что там, ничего не сохранилось, просто есть такое сведение, что когда сюда пришли миссионеры в 1681 году, здесь уже существовал монастырь, который пришел в запустение. И вот у него сохранилось его название Селенгинский Троицкий Старый. Но в любом случае основная версия идет, это вот именно Троицкий Селенгинский, который здесь, это пришли у нас миссионеры в количестве 12 человек, игумен Феодосий, и с ним еще было несколько монахов.
Вот, там отдельная интересная история. Здесь они основали монастырь, а переправились они там, вот, где в посольство заезжали, так понимаю, да? Да. В посольство заезжали. Вот они в том месте переправились, там они переночевали. На этом вот мыс посольский, там просто было, была гибель посольства 30 лет до этого. И там они остановились, а впоследствии одного нашего монастыря там был скит. То есть монастырь посольский монастырь, он имеет продолжение от нашего монастыря. Так вот, здесь люди основались, построили храмы, и вот был он деревянный монастырь, три разных, перестраивался, вариант уже в камере. Первый храм был построен, Свято-Троицкий храм, и вот, вот на этом месте, где вот сейчас стоит у нас собор, вот храм, вот этот перед нами, Свято-Троицкий собор, он стоит на месте старого храма деревянного. Это уже храм 1785 года, вот. А тот первый был именно 1681 года. Здесь был построен Троицкий Соборский храм, там была стояла Никольская церковь, другие храмы были, но вот на момент, скажем так, 20-го года, здесь было 4 храма, вот это тоже. 1755 года, И там вот, что мы видим, у нас было, что там всех святых. Тот храм, который еще помните, на Кенте Иркутского. Здесь вот этот монастырь, он чем еще знаменит, значим, скажем, для сибиряков. Здесь у нас долгое время подвязался святитель наш на Кенте Иркутский. Ну, вот, как мы знаем все. Причем больше по времени, чем в самом городе Иркутский. Что он из себя писал. Он был ставропигиальным монастырем, то есть он подчинялся непосредственно патриарху. То есть когда даже у нас на Кенте Иркутске стал епископом здесь, на Женгле, монастырь в ее ведомство не входил. Сейчас почти непосредственно в Москве. Так вот, и получилось, что монастырь здесь существовал, и буквально даже, вот, скажем, освоение Забайкалья-то, как такового, в то время граница Российской империи пролегала по Байкалу, а вот здесь вот земли были, ну, за Байкалом, а они были, ну, грубо говоря, ничьи. Здесь жили малочисленные племена бурятов, ивенков, других каких-то народностей. И вот на эту землю претендовала две империи – Китай и Россия. И в свое время вот китайцы видели эту угрозу, буряты видели эту китайскую угрозу, они обратились к русскому царю с просьбой, чтобы их взяли в подданство. После этого все, финансовое посольство. Вот так вот. И вот, по сути, этому монастырю нашему Забайкалье-то основано своим существованием, ну, как и часть Российской империи. Монастырь существовал до 1920 года. Вот, в 20-м году он был закрыт, ну, там немножко было протяжение, там и где-то, говорят, в 27-м году еще вроде бы службы шли. Вот, здесь была потом психбольница. Вот, были здесь, скажем, совершены акты вандализма. То есть, вот, например, вот это вот место, вот эта вот загадка наша зелененькая стоит, да, вот ничего, там стоят цветы, здесь наши в этом году холодно не растут. Это, по сути, кладбище, некрополь монастырский. Здесь вот сплошняком могилы. То есть, когда нам приходилось, вот, ну, стройку ведем где-то, работать земляные ведутся, делать перезахоронение, ну, копаешь, допустим, там, фундамент усиливали, теплотрассу вели, все равно приходится сталкиваться, что гробы. Вот мы начали, ну, приходилось просто на фишке заставить, приходилось их перезахоронять. И вот мы стали искать место, где можно было сделать перезахоронение. Мы здесь встали, как в центр, сунулись и обнаружили очень интересную вещь, что нет в самом прямом смысле слова, нет ни одного места, где можно было бы сделать захоронение. Где вот копнешь, там могила, где копнешь, там могила, где копнешь, там могила. И вот эти кресты, которые стоят, там и масса захоронения, и так вообще есть, там два скрепа, это уже второй уровень. Почему второй уровень? Потому что просто нет места. Летней давности история, там был явлен икон, и был явлен образ Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя. Вот. И туда уже 200 лет с лишним совершается крестный ход, даже когда советские времена были, все. И вот, а сейчас он в Целинке шел, сам крестный ход исторический-то, а сейчас вот мы от нашего монастыря туда совершаем крестный ход. Последний крестный ход июльский, он вообще три раза в году бывает, это и 7 июня, 7 июля и 11 сентября.
самые массовые обычно июльские, 14 лета. Еще там зависит, знаете, что, попадают в выходные или не попадают, это много зависит. И вот последний крестный ход у нас был, вот июльский, вот минувший, вот, вот ну, буквально вот, не так, там 2 недели назад. Получается, что он у нас собрал 1500 человек. Она тяжеловато пишет. А с кем мы общались? Я работала. Вы ныне пресные во веки веков, они очень ласковые. Он же неверующий. Сломаю, ты не бросай пока. Она какая-то такая, она да, это тяжелая. Полгода, это полгода. Уже надо было не сказать, как снимать. Христо, дорогие Thank you.
Конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещим, что сотворю невем, и к кому прибегну, да спасенна будет душа моя. Окмо к тебе, святый Иоанне, благодати те заимените, я хотя пред Господем по Богородице, вем больше быть и рожденных всех, ибо ты сподобился иси, коснутися верху царя Христа, землящего грехи мира, агнца. И Боже моли за грешную душу, на фоне отныне, первый на десять час, понесу тяготу благую и приму взду с последними. Ей крестителю Христу, чисты предтечи, крайне пророчи, первый о благодати мученичи, постников и пустынников наставничи, чистоты учителю и ближний друже Христу, я молю, к тебе прибегаю, не отрени меня от твоего заступления, но восстави меня падшегося многими грехи, обнови душу мою покаянием, я ко вторым крещением, понеже обоего начальник еси, крещением омывая прародительный грех, покаянием же очищай кай гордо дело скверно, очисти меня грехами оскверненного, и понуди в нити, а мы же ничтоже скверно отходит во Царствие Небесное. Аминь.